Всем привет, ребята! Сегодня хочу вам показать, как сделать звуковой сигнализатор уровня воды из обычных радиодеталей. Для этого вам потребуется всего лишь один транзистор, в данном случае вот он, на схеме вы видите. И также потребуется звуковой сигнал. В моем случае я использовал пищалку, зуммер или же базер, название его. Ну и чтобы эта вся схема заработала, нам потребуется батарейка. В моем случае я использовал 9-вольтную батарейку, обычную, стандартную. Ну и чтобы продемонстрировать данную схему, как она будет работать, мы будем использовать стакан воды. Итак, поехали. Я использовал транзистор BC547 NPN структуры. Обычная батарейка 9-вольтная. В качестве звукового сигнала использовал зуммер, базер. Итак, приступим к пайке. Минусовой контакт от батарейки паяем к эмиттеру. Берем зуммер, паяем к коллектору. Плюсовой контакт от батарейки паяем к зумеру. Также к плюсовому контакту от батарейки припаиваю щуп. В данном случае я использую медные провода. Второй провод от щупа также припаиваю к базе. И все, схема готова. Итак, ребята, вот я набрал воды в кувшинчик для демонстрации и взял маленький стаканчик. Пожалуйста, видите, вот обычный стаканчик. Сейчас будем проверять нашу схему. Вот схема, которую я ранее вам показал. Специально провода согнул. Сейчас эти провода вот так сюда положим. Все. Берем батарейку, чтобы эта схема работала. Подключаем. И теперь потихоньку воду заливаем. Видите? Уровень заработал. Данный звук, поверьте, очень хорошо слышно. Теперь мы убираем воду лишнюю. Хочу вам показать, что если лишнюю воду убрать, все, звук пропал. Если опять мы зальем воду, потихоньку заливаем, все, сигнал работает. Опять воду убираем, все. Ребята, вот так он работает. Вот получается, вот это два щупа, которые я на схеме показал, я использовал обычные провода. Если вот так воду погрузить, вот он работает. Вот. Самая легкая, самая простая схема, которую я использовал на одном транзисторе и на звуковом сигнале. Всем рекомендую, всем советую. Каждый из вас, я думаю, может собрать эту схему. Очень легкая и простая. Ее можете использовать в быту дома. Допустим, скажем, если вы заполняете ванну водой, чтобы не стоять и ждать, когда она заполнится, вам достаточно установить вот эту вещь, прикрепить сбоку и заниматься своим делом. Когда ванна наполнится водой, то данный сигнал будет работать. И вы придете и закроете воду. Также можно использовать данный сигнализатор уровня воды на
на даче при заполнении цистерны водой для дальнейшего полива огорода, чтобы не стоять, не ждать, когда заполнится большая бочка воды. Достаточно установить данный сигнализатор. Всем рекомендую. Всем удачи и блага. Пока.